Есть билет на балет. В последние годы в Казахстане немало сделано в области классического искусства. А в Алматы, на фактически все-таки еще главной сцене страны, сцене театра имени Абая, идут громкие премьеры. Залы уже не пустые, как это было в 90-х. На входе даже спрашивают лишние билетики. За годы культурного безвремения уроки советской школы оперы и балета, к счастью, не утеряны. Но это не значит, что у артистов нет проблем. За кулисами ярких постановок остаются не только стоптанные пуанты и разбитые в кровь ноги, но и мизерные зарплаты, безработица, после того, как исчерпаны все силы интриги. Артист театра оперы и балета Канат Каражанов в очередной раз в кабинете врача. Для танцовщика, перешагнувшего 40-летний рубеж, это необходимость. Букет профессиональных болезней дает о себе знать. Вот сухожилие, вот смотрите, и межсухожильное пространство. Здесь тоже из-за нагрузок, когда вот идет здесь отек, болезненность, вот это все. Сложные медицинские термины сыплются один за другим. Врачи констатируют, артисты балета быстро изнашиваются. После 20-летнего стажа работы, как правило, имеют внушительный список заболеваний. С такими проблемами обычный человек в возрасте 30-40 лет даже не знаком. Идет преждевременное старение опорно-двигательного аппарата. Но со стороны нижней конечности это деформирующие артрозы. Считаю, что вот 20 лет работы в театре этого достаточно для того, чтобы можно было, допустим, артиста балета отправить на заслуженный отдых. Где папа может быть? Знаешь, папа? Это не ты. Это не я, а вот это папа. Это было давно. Одноклассники Каната Каражанова давно разъехались кто куда. В Америку, Европу, Россию. Коллеги рассказывают, что в США существуют специальные курсы адаптации. Артистам предлагают на выбор профессии, помогают найти себя после ухода на пенсию. А у наших артистов голова болит о другом, как добиться положенного отдыха. Ну, правда, обращались с тем уже, и вот и президенту написали. Пока абсолютно никакой реакции. Занимается отписками. Мы хотим направить письмо Дариге Назарбаевой. Все-таки она сейчас председатель комитета по культуре, сама человек культуры. Но она поймет наши проблемы, что я не думаю, что для государства это такая бешеная сумма. Но сейчас, допустим, если вдруг вернут пенсии, ну сейчас максимум человек 15-20 оформится. Ну, в лучшем случае 50 человек. И потом каждый год 3-5 человек будут уходить на пенсию со всего Казахстана. Это большая сумма. Во всем мире артисты балета выходят на пенсию не позже 40 лет. И только в Казахстане на общих основаниях. Такова буква закона от 1998 года о пенсионном обеспечении. Получается, что мужчины должны радовать зрителей до 63 лет, а женщины до 58. Это не то, что неуважение, это оскорбление. Потому что смотреть на балерину, которая не может на пальце встать, а мужчина, который не может поднять. И там сидят в этом ожилесе люди или жестокие, или они неграмотные. Неужели не понимают, что на старую балерину, которая не может встать на пальцы, уже противно смотреть. Балет – искусство молодых. Многие артисты балета к 40 годам задумываются о смене профессии. Однако найти себя в новой роли удается не каждому. Чтобы совершить грациозный па, артист балета должен понимать, что приземлиться на твердую почву. Искусство балета прекрасно, но жестоко по отношению к своим создателям. Серьезная работа начинается уже в 10 лет. В хореографическом училище отрабатывается выворотность стоп, разрабатывается гибкость и, что немаловажно, проверяется почти сверхчеловеческая трудоспособность. Так закаляется сталь. Чтобы дорасти до большого балета и встать на пуанты, дети проходят сквозь пот, слезы и огромные хронические мозоли. Строгий распорядок дня, при необходимости диета. Занятия у станка сменяются общеобразовательными предметами и так каждый день, с утра до вечера, на протяжении 8 лет. Раз. И рука, 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 с головой, с головой. Благо, упорный труд вознаграждается. Выпускники Алматинского хореографического училища всегда востребованы. В конце каждого года руководители танцевальных коллективов разбирают выпускников.
И наши педагоги, репетиторы ходят. Приблизительно говорю, вот ты пойдешь к нам, а те приезжают, говорят, ты пойдешь, они думают, куда пойти лучше. То есть они, получается, на расхват? На расхват, на расхват. Артисты балета сейчас на расхват. И чтобы ты стоял рядом с ним, тогда ей будет удобно. Выпускница Асия и ее партнер Баурджан – надежда педагогов. В свои 17 они уже профессионалы. Молодые люди бывали за границей, на конкурсах и мастер-классах. И всегда с хорошим результатом. Но свою карьеру молодые таланты планируют строить в России. Я хочу на следующий год поехать в Питер, повысить свою классификацию. Хочу работать в Мариинском театре. Утечка кадров – еще один серьезный вопрос в жизни казахстанского балета. Артисты предпочитают работать за границей, и на то есть причины. Это и невысокая заработная плата, и отсутствие социальных гарантий. У нас дети из регионов в основном сейчас, 200 человек, даже больше, живет в нашем интернате. То, выпустившись, им надо где-то жить. Этого жилья, к сожалению, Алма-Ата не предоставляет. Значит, на ту зарплату, я не буду говорить, она не очень большая. Им надо снять квартиру, им надо одеться, им надо покушать, им надо куда-то сходить. Естественно, это их не удовлетворяет. Это материальная сторона. Новой постановки Булата Юханова балет «Серп и молот». Но увидят ее только в Алматы. Раньше труппа выезжала дважды в год, и даже в советское время открывался железный занавес. В этом году бюджет резко сократили. Теперь даже Астана – дорогое удовольствие. Транспорт, гостиницы, аренда, билборды, реклама. В этом плане, конечно, государство работает по принципу по одной сережке всем. Это неправильно. Будний зимний день. Сегодня в Гатобе сельфида. Несмотря на холод, зрители стараются быть элегантными. Хотя еще недавно казалось, что дресс-код в театре навсегда потерял актуальность. Завсегдатые театра говорят, что чаще ходят пенсионеры. Но самые преданные зрители – это, конечно же, иностранцы. Я живу вот в Алматы 2 месяца. И вы знаете, как только вот у меня бывает возможность, я хожу в театр. Балеты великолепные. Вот я даже не подозревала, что в Алматы такой замечательный театр. Несмотря на внутренние сложности, казахстанский балет равняется на великий российский. В свет выходят новые громкие постановки, которые привлекают молодую публику. Подготовки в Алматинском хореографическом училище высок, как прежде. Традиции советской школы бережно сохраняются. Но артистам сегодня как никогда нужна поддержка общества и государства.